Hola amigos, bienvenidos, добро пожаловать на канал Кики Мексиканец. И вы знаете, мне кажется, что русский язык и испанский язык — это языки, которые вообще мы никак не можем договориться. Наше мышление очень разное, и это очевидно, когда мы об этом теме говорим. И в течение видео будет три момента, которые очень сильно отличаются, как мы воспринимаем вещи. И в этом видео тоже включаю свою стратегию, которая практически все время работает. Уверен, что это видео будет интересно, и тем более, если учишь испанский язык. А может вам интересно, почему я называю это видео, что испанский и русский не можем договориться? Ну, например, есть слово «технология». Мы думаем, что на русском будет так же, но нет, на русском «технология», то есть на «о», а по-испански в конце. Еще есть предметы, как география, география, биология, биология. То есть видите, как все наоборот. Куда мы поставим ударение в конце, вы делаете обычно на препоследнее. Кафетерия, кафетерия. Апатия, апатия. Аномалия, аномалия. И город в Испании Андалусия, Андалусия. Серьезно? Андалусия? Андалусия? После этого слов я думал, хорошо, значит, что если на испанском заканчивается на «ия», на русском будет на «препоследнее». Но подождите, это не всегда так. Например, слово, которое мы не любим, «аллергия», а по-русски как «аллергия». То есть получается, что теперь, когда мы не поставим «хия» в конце, то есть на «препоследнее», на русском будет в конце. Или, например, слово «амнезия». По-русски будет «амнезия». Или «анемия». По-русски «анемия». Вы знаете, как просто. Куда мы поставим? Ну, по-русски типа нет, давай совсем на другом. Главное, что не совпали. Это мне напоминает, как будто испанский и русский, так как маленькие дети, и один говорит черный, другой белый. А самое главное, это никогда не согласиться всегда, хотеть все иначе, все наоборот, все антонимы. И после того, что я наблюдаю эти слова, которые заканчиваются на «ия», и они соименственные слова, я заметил, что я думаю, как будет это на испанском, и мне нужно обязательно поставить ударение на другое место, чтобы они не похожи как на испанском, и мои шансы, что она будет звучать правильно, гораздо больше, где-то 95%. Ну, и мы могли подумать, что это только касается те заместные слова, которые заканчиваются на «ия», потому что у нас есть «музыка», «музыка», есть «культура», культура, есть библиотека, библиотека, ударение совпадает, это здорово, да. Но, подождите, у нас есть еще слова как папа, папа, мама, мама, вино, вино, луна, луна, трактор, трактор, доктор, доктор. И это уже расширяет. Ну и правда, это зеркальный эффект, так что если вы русские и вы хотите на испанском, подумайте, как вы говорили на русском, и ударение там не будет на испанском. Ваши шансы будут гораздо больше. Особенно, если мы говорим на слова, которые заканчиваются на «ия» на испанском языке. И второй момент, который меня очень путает, и всегда я переспрашиваю, потому что не всегда уверен от ответа, это когда я сделаю отрицательные вопросы. Давайте сделаем упражнение, и мне нужно, чтобы было очень интерактивно. Такая будет вопрос. А ты не любишь мексиканскую кухню? Как вы говорите, как вы согласитесь на этот вопрос, если вы действительно не любите мексиканскую кухню, но мне это очень прям болит сердце. Я надеюсь, что вы любите мексиканскую кухню. Поэтому, ты не любишь мексиканскую кухню? Если вы хотите сказать, что вы не любите, на испанском языке, как мы говорим, нет. Я не люблю. Ты не любишь мексиканскую кухню, то есть нет. Я ее не люблю. Так что на испанском языке, когда есть отрицательный вопрос, и вы хотите согласоваться с этим отрицанием, вы тоже, если отрицательный вопрос, вы тоже отрицаете. Нет.
а по-русски говорите «да». Ты не любишь мексиканскую кухню? Да, я не люблю. Но по-испански я понимаю как «да, я люблю». То есть я буду рад, если вы так говорите. Поэтому я заметил, что часто, когда я создам отрицательный вопрос, и мне говорит «да» или «нет», когда я говорю «нет, не люблю», то есть «да, два раза согласен с тобой», это значит «да, я принимаю твой отрицательный вопрос». А когда вы говорите «да», это значит «подожди, да, я люблю, как ты можешь так считать, что я не люблю?» Поэтому у меня всегда взрывает мозг, и я понял, что для меня бессмысленно сделать отрицательные вопросы, потому что в конце концов я всегда буду переспросить, если это «да» был «да, не люблю», или «да, ты прав», или «да, я люблю», потому что до сих пор нет ответа. Ну и как вы поняли, мы опять не договорились, и значит, что наше мышление немного отличается, как мы воспринимаем. И мой совет — это не сделайте отрицательные вопросы, потому что вы будете переуточнить, и тогда смысла нет делать что-то отрицательное, если будете переспрашивать. Избегайте. И третий момент, который мне казалось очень интересно. Вы знаете, что американские горки на испанском языке мы говорим как русские горки? Поэтому интересно, почему мы считаем, что горки — это из России, а в России считается, что горки американские. Кто был первый, кто прав? Американские горки, русские горки. Но, если честно, мне очень нравится сказать, что это русские горки. Ну и, мои дорогие amigos, если вам нравится вот это отличие от русского языка, испанский язык, русский менталитет, мексиканский менталитет, что я здесь делаю, не забудьте подписаться, потому что в следующем видео расскажем немного о этой отличии, которые, мне кажется, они очень интересные. Если вы еще не подписаны, сделайте сейчас, я буду очень рад, вы знаете, что ваша поддержка мне очень важна. Берегите себя и увидимся совсем-совсем скоро. Adiós, amigos!